очень интересна трактовка этой женщины, Эль Греко. Ну, понятно, опять-таки, все женщины в его картинах – это испанские женщины. Это такой вот определенный тип женский, который ему нравится. Когда мы говорим о том, что собой представляет Мария Магдалина, то очень важно понимать, а вот с точки зрения Библии она кто? Блудница, конечно, конечно. И у разных художников нам достаточно посмотреть на ее образ, и мы понимаем, как к ней относится сам художник. Мы начинаем понимать вот отношение художника к героине, которая мы знаем ее историю, да? Кто не знает, очень интересная история, когда Христос пришел в тот город, где жила Мария Магдалина, и встреча состоялась таким образом. Местные жители побивали ее камнями, потому что она блудница. И он вступился за нее и обратился к ним с речью. Кто из вас безгрешен, пусть бросит в меня камень. Желающих не нашлось, как вы понимаете. И она была так ему благодарна, что он спас ее, спас физически ее жизнь, спас ее от позора, что она своими длинными волосами омыла, значит, не было губки, а по законам того времени гостю, который пришел издалека, ему мыли ноги. Те люди, которые жили в этом городе, если человек приходил из другого места. И она, омывая ему ноги водой, омывала своими волосами, значит, и вытирала ему ноги. Все художники в мире, и, скажем, вся русская замечательная академическая живопись, рисуют, изображают, пишут сюжет, когда Мария Магдалина омывает ноги Иисуса Христа. Эти сюжеты можно видеть везде. Эль Греко неинтересно именно этот момент. А он показывает Марию Магдалину просветленной, уверовавшей женщиной, которая вот прошлое осталось позади. Она совершенно сейчас изменилась, она другая. Она перевернула страницу своей жизни, и она абсолютно благодаря Христу переродилась. Вот ему этот момент перерождения интересен. Дальше. Дальше. Стоп. Похороны графа Оргаса. Это огромное полотно, 5 метров в длину, 4 метра в ширину. Граф Оргас, чтобы вы понимали, который на руках у святого Франциска. Это мэр города. Но я ни с кем не хочу сравнивать. Просто я вам говорю, что он был настолько человек, любивший свой город, невероятно. Но столько хорошего сделал для города, для горожан. Столько поступков за ним было прекрасных, в том числе... Он создал монастырь святого Франциска, при котором был госпиталь, куда стекались люди больные, за ними ухаживали, выхаживали и так далее. И вот для Эль Греко интересно показать весь путь, начиная от смерти графа. Что тебя ждет, если ты ведешь правильную жизнь? Во-первых, на похоронах графа собралось... Все Толедо, весь цвет Толедо, все люди, которые жили одновременно с Эль Греко, они присутствуют на этих похоронах. Поддерживают его мертвое тело святой Франциск и святой Стефан. Зачитывает молитвы один из главных священников города Толедо. И вот этот маленький в черном костюмчике с белым плаёным воротником – это сын Эль Греко, Хорхе Эммануэль. Он присутствует на этом событии.
Его допустили, ему разрешили. Он хороший мальчик. Поэтому ему разрешили присутствовать на похоронах графа Оркаса. И вот верхний ярус, посмотрите. С левой стороны Мадонна, которая просит своего сына, который на самом верху, Иисус Христос в белых одеждах, просит за графа Оркаса, чтобы его достойно встретили, потому что он заслуживает к себе особого отношения. И вот с правой стороны это граф Оркас, который сейчас встанет перед ликом Христа и расскажет ему о своей жизни. И когда мы видим вот это ступенчатое превращение, перевоплощение, что происходит с человеком, который прожил замечательную жизнь, смотришь на эту картину, и как-то хорошо становится. Дальше. Я уже говорила. Моление о чаше. Это сцена после Тайной вечери. Когда его ученики заснули, вы видите, на переднем плане спящие ученики. Христос вышел в сад и просит своего отца пронести мимо него чашу сию. Это знаменитое моление чаш. Условная чаша, вот эта чаша печали, чаша страданий, чаша горя, что ему придется взойти на Голгофу и закончить физическую жизнь страданиями, искупить все наши с вами грехи. Вот это показывает Эль Греко удивительным образом. Христос на втором плане, к нему прилетел ангел с этой чашей, он овеществляет вот конкретную эту легенду. И мы понимаем, что чашу не пронесут мимо. Он должен испить ее до конца. И на втором плане мы видим эту сцену, а на переднем плане крупно, и, так сказать, это показано в живой картине, просто вот прежде всего ты упираешься глазами в этих спящих учеников, как это присуще людям. Самое главное, они проспали. Правда же? А все, что, на что надо смотреть и не спать, все происходит в глубине картины.